с традиционным бизнесом. Это сформировало характер и дело опыта. Вместе с мужем отработали в традиционном бизнесе 10 лет. Переехав в Ульяновск, всю команду построили только рекрутируя на холодном рынке. На сегодняшний день в структуре Елены 5 лидеров. В открытых квалификациях старшего золотого директора и директора. Благодаря компании увидела 5 стран. Осуществилась мечта детства побывать в Версале. И мечта мужа – увидеть Рим. Мечта всей семьи – большой красивый дом. Встречайте, старший золотой директор Елена Апрелева! Добрый день, Орифлейм! Первый дух команды я увидела на домашней встрече своего спонсора Щекиной Виктории. Я увидела атмосферу тепла и открытости, царящую в их доме. Особенное отношение к людям, вовлеченность в работу всей семьи. И мы точно так же решили работать вместе с мужем. Мы пришли в компанию из традиционного бизнеса. И поэтому бизнес, в основе которого лежит помощь людям, а личный успех напрямую зависит от формирования команды, был нам совершенно незнаком. И здесь помогли разобраться наши спонсоры. До встречи с ними я не относилась серьезно к сетевому бизнесу. Но они смогли нас заинтересовать. Нашли нужные слова. Грамотно показали смысл бизнеса, и при их плотном сопровождении и нашей совместной работе мы открыли звание директора. После этого мы переехали в город Ульяновск и начали формировать свою команду, следуя системе работы наших спонсоров. Мы приглашали людей по холодному рынку, исключительно в бизнес, создавали условия для роста, вселяли веру, объединяли и сплачивали людей в команде. Наша команда не тусовка и не клуб по интересам. Мы строим бизнес, где каждый идет к своей цели, но при поддержке спонсора и силе лидеров. Какие же они, наши лидеры? Конечно же, они все разные, но у каждого есть свои сильные стороны. И когда мы работаем вместе, то каждый вносит в общее дело часть своей энергии, креатива, мотивации, характера, силы духа, знаний и опыта. Но если мы все разные, что же нас объединяет? Объединяет нас неудовлетворенность существующим положением вещей, огромное желание все изменить, ум и характер, которые помогают понимать бизнес и двигаться вперед, несмотря ни на что. Это мой тест на лидерство. Я всегда в поиске людей с такой жизненной позицией и помогаю сформировать своим новичкам в самом начале нашей работы. Я уверена, сила в команде. Потому что когда энергия и талант каждого складываются вместе, то рождается нечто совершенно потрясающее по своей силе и мощи. Мы многократно дополняем, умножаем друг друга. И приходит успех. И я приглашаю на эту сцену сильную команду успешных лидеров. Встречайте, команда лидеров! Наша команда. Вы знаете, команда дала мне новый взгляд на жизнь. Раньше я смотрела на мир очень узко, такое ощущение, как будто в бинокль, и видела только отдельные его части. Дом, работа, 2 выходных в неделю. Но благодаря той системе обучения, которая есть в нашей команде, которая дает понимание не только того, что надо делать, но и зачем это делать, мое мышление изменилось. Я как будто открыла глаза и увидела совсем другой мир, другую жизнь, наполненную путешествиями, яркими впечатлениями, встречами с интересными людьми. Я хочу жить такой жизнью. И я учу свою команду смотреть на мир не в бинокль, а широко открытыми глазами.
Команда мне дала уверенность в себя, ставить себе высокую планку, достигать ее и не соглашаться на посредственность. Если раньше я часто отказывалась от своих жизненных принципов и соглашалась на неплохо, то сейчас это не так. И та команда, в которую я попала, стала для меня тем холодным душем, в котором я нуждалась. И сегодня, создавая свою команду, я учу ставить высокие цели и идти по карьерной лестнице все выше и выше. Сегодня мой жизненный принцип таков. Только наш успех зависит от нашей жизненной позиции. Для меня команда – это семья. Первое, что я почувствовала от команды – это поддержка, энергия на старте, сила для взлета. Это очень важно для новичка. Сейчас я сама зажигаю глаза, открываю сердца. И с этого момента наступает высокая степень ответственности за каждого человека, которому мы даем надежду. Этому нас учат наши спонсоры Петр и Елена Апрелева. Взятию ответственности не только за себя, но за результат каждого в команде. И я создаю команду успешных, горящих лидеров и счастливых семей. Приходом в команду я увидела сильных, успешных, нацеленных на результат и ориентированных на бизнес людей. Я тоже захотела стать такой. Я всегда хотела иметь свое дело. А успех в нашем бизнесе всегда зависит от команды. И я тоже приглашаю в свою команду деловых, амбициозных и уверенных в себе людей. Свой бизнес я строю благодаря поддержке близких людей. Муж с пониманием относится к моим стремлениям. Бабушки на себя взяли заботу о детях, а у нас их трое. Благодаря командной работе семьи образовалась команда в бизнесе. Именно они заставляют идти вверх по карьерной лестнице. Я верю в себя, я верю в свою команду. Я точно знаю, вместе мы добьемся успеха. Команда дала мне возможность сделать первый шаг. Я поняла, я значима, я нужна, я часть команды. Быть признанной помогает мне двигаться вперед. Здоровый дух соревнования, который присутствует в нашей команде, зажигает меня к действиям. Я очень люблю формировать свою команду. Мой характер позволяет мне вести за собой людей, и они остаются. Они видят свою ценность в моих глазах. Если мы принимаем решение, то сообща. Если мы организуем вечер, то запоминающийся. Если мы приходим в компанию «Орифлейм», то на всю жизнь. Аплодисменты команде лидеров. Благодаря нашей командной работе у нас есть отличные результаты. В третьем каталоге Татьяна Борцова открыла звание старшего золотого директора. Ирина Затыковенко открыла звание золотого директора. И три старших менеджера идут в квалификацию. И я хочу сказать огромное спасибо нашим спонсорам Щукиным, Виктории и Василию за те командные ценности, которые они нам привили, благодаря которым мы двигаемся вперед. А мы со своей стороны, мы готовы на большее!